Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Максим Галкин, проживающий сегодня с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле, продолжает лить грязь в адрес нашей страны. Теперь шоумен рискует оказаться под уголовным преследованием. По поводу едких слов Галкина в адрес родины и соотечественников довольно резко высказалась журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Я не знаю, можно ли говорить об этом в эфире или нет, но я скажу, потому что человек себе такие вещи позволяет. Вот и я позволю себе сказать то, что думала о нем всегда. Когда достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, якобы у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья. Но зараза, они там как на подбор такие», — заявила Маргарита в передаче «Вечер» с Владимиром Соловьевым на канале «Россия-1». Пусть живет у мертвого моря со своей старухой у разбитого корыта. Такие России не нужны. Когда деньги на халяву в России зарабатывали, было все супер. Пусть такие горе-артисты развлекают теперь только себя. А вспомните, как он хохотал над шуткой о бомбежке в Сирии. У парня двойные стандарты. А Алла Пугачева вроде мудрой женщиной была. Вот вы и показали свое нутро, Максим. Это же как надо любить себя и деньги, чтобы пренебречь пожилой супругой и маленькими детьми. Что вам сделала Алла, которую вы сейчас загоняете в могилу? Израиль — прекрасная страна, но здесь вы никогда не станете своими. Фу, какой позор. Этот человек еще вел передачу с детьми. Негодует публика. Сам Максим ранее просил подписчиков не верить в слухи вокруг своей персоны. Что касается всех слухов про меня, мою семью, то хочу сказать, не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который не считаю нужным реагировать. Спасибо за понимание, подчеркивал Галкин. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.